Как всегда, мы обращаемся именно к лучшим профессионалам. Друзья, кто не знает, лучший цветочник города Челябинска, Игорь Линик, большой друг наших ресторанов. Привет, дорогой. Игорь, я понимаю, что работа кипит. И я сейчас, наверное, задам тебе самый вопрос, который тебе мужчины задают у тебя в салоне под 8 марта. Игорь, сделай что-нибудь быстренько и красиво. Хорошо. Самое быстрое, что можно сделать, это разные монобукеты. Например, есть такой цветок, называется гиацинт. Цветок, который нереально вкусно пахнет. Достаточно стойкий, не забывайте, у него единственное, каждый день менять воду. Смотри, Игорь, ты давай делай букет, и я буду тебя отвлекать. Хорошо. Чуть-чуть. Смотри, это будет у нас самый быстрый букет. Самый быстрый букет. И параллельно какие-то вопросы. Скажи, вот женщин. Мы все говорим, что женщина всегда загадка, каждая женщина всегда разная, у каждой женщины свое настроение. Ты как профессионал, у тебя есть, вот делится ли у тебя букеты на букет для мамы, букет для жены? Конечно, хочется, чтобы каждый букет вот был индивидуальный. И все-таки, когда начиналась мастерская, и слава богу, уже скоро уже наступило 8 лет, как скоро мы работаем. Юбилей будем отмечать. Да, скоро будет юбилей. Мы все-таки стараемся, чтобы и делаем, чтобы каждый букет был, не знаю, какой-то личный, уютный, настоящий. Нет, то есть, смотрите, это можно сделать самый простой букет, например, просто из гиацинтов. Есть сейчас такая пленка, мы ее полюбили, она... Это пленка. На самом деле упаковочная бумага, но она... не пропускает воду. И, соответственно, смотрите, что можно сделать. Можно взять, вот так вот аккуратненько упаковать, перевязать. И, по сути, это готовый букет, с одной стороны. А с другой стороны, если вдруг у вас нет, ну, например, на работе или дома у вас закончились все вазы, потому что стоят 155 букетов самых разных. А ну, а чаще подарили... всего там, если юбилей 8 марта. Да, и... вам подарили еще один, то вот такой вариант. Его это... можно... Очень удобно, потому что туда можно внутрь налить воды. Мы сейчас это можем, по сути, и сделать. Прямо внутрь, да. И, ну, например, поставить его на стол или прислонить к книжной полке или, не знаю, просто к швейной машинке. Интерьер, просто разнообразить угодно. Интерьер. И это тоже удобно, красиво, уютно. А вот вы знаете, друзья, сейчас вспоминаю одну фразу. Все гениальное просто. Все гениальное однозначно. Полторы-две минуты. Шикарный букет. Сейчас мы его только подрежем. То есть все должно быть всегда очень аккуратно. Ну, за что я люблю букеты, это всегда, чтобы они были оригинальны. И давай посчитаем, вот сколько приблизительно стоит такой букет? Который... 650 рублей. 650 рублей. Забежал, отдал 500 рублей и еще 200 сверху. К нам лучше звонить. Нет, к нам забегать не получится. Нет, в преддверии праздников, да. Но, дорогие мужчины, это можно сделать вот так вот просто, оригинально и классно. Ну вот, например. Самое главное, что это делают профессионалы, и любая дама, вот мне кажется, абсолютно любая дама будет счастлива такому букету, но это просто супер.